Друзья, всем привет! У нас началась последняя неделя садика. Даша, ну вообще последняя неделя садика в этой жизни, так? Да, и сегодня вот они начинают приносить всякие поделки, которые они делали, всякие-всякие штуки. И мы решили это запечатлеть навсегда. Давай, Даша, показывай, что у тебя есть. Открываем папку. Солнышко. Ага, а чё солнышко? Потому что мы группа солнышко. Да, у вас группа солнышко называется, так? Угу. У нас группа солнышко. Зоннештрале, так? Так, начинаем с мороженкой. Это ты делала мороженое? Это оно тает, Даш. Это уже надо его есть, иначе оно растает. Точно. Дай глянуть, там бисер был, так? Съел. Да, да, съел. С палочкой. С палочкой вместе. Да, тут и бисер, и всякие помпончики. И тут можно багода. Это пчелочка, это багода. Ага. Сегодня солнышко с... Сейчас. Давай, покажи нам, какая вот погода. Что тут солнышко, солнышко и облачко. И тучки, да? А дай гляну, что там еще есть. Мама, не тучки, а... Облака, да. Облака, да. Так, что тут просто лучки, солнышко есть? Это когда есть. С дождиком идет, а... Радуга. Да, облака без дождика. Облака — это без дождика. Точно, точно. А это дождик пошел. Да. Ага, и солнышко с облаками. Да, давай. Тут, тут такое предыстория. Вот. У Даши была, у ее группы была... Потом. Не, все правильно, там вот Даша написано вверх ногами. А, там Даша по-другому написано, да. У Даши была выставка, картинная выставка. Uh-huh. Мы ходили на эту картинную выставку, да? И теперь им вернули все их штуки, которые они рисовали. А вы видите, напишите на комментарии. Да. Это видите. Там должна быть красная точка. Там была такая история, которую они рассказывали. Там девочка, в общем, боялась, не умела рисовать. И ей сказали, нарисуй что-нибудь. А как было? Нет, они потом... он, ну, Дэн сказал... рисовай что-то. Нарисуй что-то. Нарисуй что-то. Что-то. Угу. Да. Это я сделала, это вы, они мне подарили. Подарили. Ну, Фау, моя учительница. Воспитательница, да? У Дашки другая воспитательница. Я хотела давно маме подарить. Ну, дари сейчас. Ой, какая прелесть. И Даша везде по-русски пишет Даша на своих картинках. Даша. Очень красиво, сердечки это и ленточки, да. Это еще давно. Давно-давно моя... Да. Дашина воспитательница ушла в декрет раньше времени. Что? Твоя воспитательница ушла в декрет раньше времени, и поэтому у вас сейчас другая воспитательница, потому так? Потому что она беременна. Да, точно. Покажи с картин. Это вот картины с а выставки. Только большие картины. Давай. Творчество. Давай. Это все цвета, которые были. Ага. Были, да. Были. Угу. Дальше. Тут сердечко. Это они тут... Да, ну, на корку приклеили. Да, это она... где вино, и так надо ее... Не корка, а крышка от вина, крышка, да. Вот, надо очень аккуратно, у меня уже... Да, глазки эти выпали, я нашла. А это кто вообще такие? Это монстр. А, это монстры, точно. Мы так большие капли сделали, потом надо с... Трубочка. Трубочка идут, и они такие получились. В монстрике, да, с глазами. Да, я вижу тут немножко, пару глаз поотлетело. А поотлетало. Вот тут вот один, тут два. О! Горный такой ветер. Ага. Это что у тебя там? Бабочка. Бабочка. Потому что у нее усики такие. Ага. Они должны внутри пить или там... Снаружи вот так рисуют. О. Ну, по-всякому рисуют. Ой! Смотря какое у бабочки настроение, да. Очень хорошее. Очень хорошее, да. Тут это мисс Губка. Это моя любимая картинка. Да? Угу. Моя все. Твои все, так? Это губку макали в краски и отпечатки оставляли. И это такое вот. Это что, это Новый год? Это снеговик или это просто? Нет, это просто картинка. А, это просто картинка. Это как снеговик в шляпке. Точно, похож.
Это что? Домики сделали, вот окна сердечко. Окна сердечко. Так это целый город ты тут построила? Ну да. Угу, похоже. Похоже на это, там еще было. Еще больше было, да? Угу. Это там Херкюники, Фрау Кто? Ага, ага, это уже была у вас другая фрау, да? Это я знаю, как делается. Подожди, это, короче, надо трубку от туалетной бумаги разрезать, макать в краску и вот так вот оставлять отпечатки, будут цветочки. Ага, это на фольге рисовали. Когда они там пишут имя твое, да. Чтобы если самое-самое красивое, не собирать. А если не самый красивый, то можно забирать, да? Нет. Так, это что, расскажи? Это не то, что фафана. Ясно. Да, это все-таки курсов шлем. А, ну да. Это вот это мне нравится, картинка. Да. Так что, но вешать на стенку мы ничего не будем, я сразу предупреждаю. Какой тебе сейчас любимый? Ну, мне этот нравится, и с губкой мне тоже нравится. Мне и бабочка нравится, где там эта бабочка? А вот это мне нравится, и бабочка мне нравится. Ой, целая куча. Пять листиков мы делаем. Да. А, пять листиков вниз, ясно. Вот радуга. Ага, понятно. Ой, вот это мне тоже нравится. Да, это я нечаянно разлила, но все равно очень красиво. Да. Нечаянно заляпала, да? Ну, это все равно очень красиво. Да. Все, что мы можем, это все кунст. Да. У них была тема, что все искусство. Смотрите, вот так я делаю. Искусство. Что все, как бы вы ни рисовали, это все искусство. С одной стороны, это как бы тебя способствует твоему развитию, да, а с другой стороны, смотришь и думаешь, где же тут искусство? А? Так, да. Это я с подушкой сделала. С подружкой, ага. Это с Алиной. Ага, да. Это моя тоже подружка. Ясно. И вы вместе это... рисовали. Да. И да. Вместе рисовала, мне очень понравилось, когда она рисует, вот почему я... Это она пальцами или как она это делала? С кисточкой. А, кисточкой? Ага, ясно. Так, давай я тебе помогу. Сейчас всё убираем. Да, давай назад. Сейчас да. Самая маленькая. Ну, это не спокойно, ты сделала. Да. Показывай, что там у вас. Это... Угу. Ха-ха. Это что туда? Может, тут может птичка сидеть? Тут это ее палочка. Это... Может, повешаем это на дерево вон туда? На сосну нашу. Тынь-тынь. Нет, только не на мои цветы, Даша. Они не выдержат это. Выдержать? Нет, она тяжелая. Потом куда-то ее подвесим. Ага. Да, это настоящее дерево. Так, начинаем. Вот моя. Да, Даша. Это им оформляли дверь, входную дверь, и вот так вот все Даша. Дети были цветочками и с фотографией. Да, давай дальше. Даша. И последняя Катя. Да, это называется... Подожди, дай я покажу. Это называется игровая площадка «Радуга». И Даша тут сделала, я не знаю, горочки, да, это? Нет, ступенечки. Да. Тут еще что-то. Ага. Ага. Сюда и потом прыгнуть, и ага. Потом слезть сначала сюда, потом на оранжевый, желтый, там зеленый, голубой. Голубой, и потом вот тут и пши, лук, ага, и ясно. А это что, Даш? Это после что-то. Ага. Это я сюда приклею. А, ой, это оно отклеилось, да? Надо туда его приклеить. Да, я вижу, вот так было. Да, это еще не последнее. Да, покажи еще, что есть. Снова нам дали целый наборчик да. Всяких этих у вот. У меня эта сумка такая тяжелая. Я вижу, что сумка ты ее еле дотащила, так? Так. Сумку начинаем. Завтра отдать не забыть. У меня давай. Два сумки. Ой, аккуратно. Так, начинаем. Давай. Вот тут что-то я вижу. Показывай скорее. Мне так хочется посмотреть. Это. Ой.
И тогда, что мне мама и папа сделали? А, это я делала, Даша, тарелочку. Это тарелка, которую они сами покрасили, и потом надо было родителям оформить ее. И родительское собрание, подожди, было как раз, когда мы Даши день рождения праздновали, ну, в сентябре, да, только, ну, как бы, когда сад начался. И я это делала дома, прятала от Даши, потом тайно отнесла в садик, и вот такая вот у нее тарелка была. И когда они все вот так закрытыми на стене висят, а когда день рождения у ребенка, а, вот так они закрытыми, точно, я помню, что там фотографии не видно, вот так они висят на стене, а когда у ребенка день рождения, то вот эту первую снимают, и там видно, у кого день рождения уже был. У них все стены вот так завешены фотографиями. А сейчас просто белые. А теперь, ну, ничего. Это тоже, это... Да. Я с Алиной сделала, это же моя подружка, и это можно плавать и сидеть. А, это чтобы дышать, да, трубочка такая? Угу. Да. У меня такие вот. Ясно. Что еще есть, показывай. А, кстати, это еще Даша. А, и там дата. Это было почти 7 лет назад. What? Да, представляешь? А потом 6 лет назад. Нет, потом будет только 8, 9, 10, если больше 10, и больше. 12, 13, 14, 15. А завтра будет 8. Чего 8? А, 8 дней. Да. До поездки, да, Даша считает. Кто-то газ запачкал, да. Ну ничего. А, это та же самая папка, что и в прошлом году была? Только дополненная фотография. Ой, дополненная работами, это... да? Знаете, кто? Это я! Да, это у них такие папочки. Даша. Даша. Да, осторожно, сейчас надорвешься. Да, молодец. Да. Угу. Она очень тяжелая. Я тебе верю. Так. А, это вот ваша... Это когда первая группа была, когда Дашка еще была мелкая. Вот она. Вот она. Да. Очень мелкая. А, это все те, которые... Я это люблю, где там... Даша, ну скажи, это остается у нас, так? Мы это уже не возвращаем, это наше навсегда. Это вот в прошлом году, когда у вас черепашки жили, я помню. Я люблю такое, когда там что-то внутри, и можно так сжать. Так это для маленьких, ты же уже у меня большая. Да мне это нравится. Давай дальше. Мне нравится это. Так, а ну стой, это мы все видели, это все с прошлого года. Покажи мне новое, что вы делали. Это вот еще конфетки. Это мы тоже делали, видели в прошлом году. Давай дальше. Так, это что тут? А стишок это... какой-то про барабан. А, о, это у вас кумич! В прошлом... О-о. Это в прошлом году у них был выпускной. Это нам можно показать? Это в прошлом году был выпускной, типа, и там была тема клубничек. А в этом году у них был выпускной, и была тема искусства, и вот они там... И да. Это как будто дерево, а там клубнички. На дереве клубнички. Даш, на дереве клубнички. Кустик. А, ну там вот. Да. Это что, замок? Это замок. Давай дальше. О, Даша, о, смотри, Даша научилась завязывать шнурки 12.05.22 года. О, это я не видела. Это новая группа. Вот я, это маленькая, это наша маленькая. Это ребенок, за которым Даша присматривает. Да. Называется наша маленькая. А я с Денисом еще. В этом году у них была тема собаки. Это вот они ездили к... Да, тут семочки подсолнуха. Они ездили к заводчице собак. Это по совместительству мама Дашиной воспитательницы была, и там они целый день проводили. Было классно, так? Давай дальше. Ага, это всякие что? Задания. Например, цифра 2, да, надо найти, где 2 собачки. Вот. Угу. 5, где 5 собачек? Смотри, тут неправильно сделала. Да, это угу. Я еще маленькие были, я не знала, да, куда. Да, я это, вижу. Ага. Да. А, соединять картинку. А это делать. Собака. Ага. Я даже, когда я видела, я не узнаю, что это. Закрасить одинаковые собачки. Было. Одинаковых собачек. Ну, это очень сложно. И сейчас тоже сложно? Я сейчас нет. Ну, конечно. Я там чуть-чуть вылазила, потому что... Ага, вылазила за края, да? А, точно, вы учили расы. Ты еще помнишь какие-то расы собачек? Да. Какие? Вот это кто?
Мама, я забила. Это такса. Вот это хаски, это да, я знаю. Это хаски, а это? Это... Мопс. Мопс, да, это мопс. А, вот этого ты должна знать. Это как у Наташи. О, это... Ла... Ла... Бра... Лабрадор. Лабрадор. Такой же черный. Да, нет, у Наташи коричневый. Этих всех остальных не знаю. Вообще не знаю никаких раз, честно говоря, только парочку. А вот тут, вот смотри, название идет с... Эту картинку можем повесить и учить со мной вместе. Это далматинец, это Бернардино, это боксер, это пудель, это лабрадор ретривер. А, это огромные собаки, я видела таких у нас. Это... Golden Retriever. Нет, это Виндхунд. Я не знаю, как они по-русски называются. Это... Коли. Коли. А это овчарка, Шефахунд, овчарка. Немецкая овчарка. Я помню еще... я уже забыла кучу. Да, уже все забыла. А, тут что, у собачек день рождения было? Да. Угу. Вот. Я помню, тут надо сколько свечки, сколько и собачки рождения. Ага. И тут надо написать, сколько... Вот ему 3 годика, 1. 4, 2, 5. Угу, да, давай дальше. Самый маленький, это, конечно, 1. Ну, конечно. А 2, это чуть больше. А кто самый 4... старший из них? 5. Конечно. Конечно. Ой, этот песик. Ты решила его черным сделать, да? Да, это как лабрадор. А, как лабрадор. Вот. Ага. Ошейник там еще есть. Да? Да. С диамантиками, да? Да, мне так кажется, и... А вот еще продолжение. Есть! Вот это что? Вот это мопс. Мопс, вот это! А, чихуахуа. Чихуахуа? Чихуахуа? Да, представляю. Мам, прочитай правильно, мам! Я читаю правильно, написано. Чи... Вауа. Вау-вау. Не вау-вау, а вау-вау. Чи-вау-вау. Чивава? Да. Окей. Чивава. Чивава? Окей, да, я знаю. Чивава. Я знаю название только чихуахуа, но может быть и чивава есть. Чивава, только чивава. Окей. Это еще получше сейчас. Да, а это Даша какая собачка? Это индивенок. Кто? Индивенок. Единорог. Индивенок. Да, без ног, без рук, а ворота открывает. Давай. Дальше. Это... Даша, уже второй лист порвала. Это принцесса. Это тебе Леони подарила? Или что тут ее имя написано? Леоне. Не. И-е, это и. Это вообще твой листик? Это, наверное, вам перепутали. Ну да, может быть. Это ты рисовала? Да, это я. Очень красиво. Это еще красивее. Это я уже 5 била? Нет, даже тебе тут уже было 6. Ба? Да. Окей. Угу. А, да, 6. А тут тоже 6. Это принцесса. Ой, ой, какая она длинноногая. Красивая. Дальше. Это облачко. А, это облачко. Это я давно уже... Это там просто клей. Ясно. А, ой, извини, а это что такое? Это дождик разноцветный. А, дождик разноцветный. Это они тоже не сделали, мне очень понравилось, как я это сделала. Ага. Я тоже. И ты захотела так же сделать. А вот это кто тут скачет? Это зайчик. А, это зайчик, ну ясно, точно. Это Маша. Я это Машу скачу. Маша, точно, Маша же у нас черно-белая, так да. Поэтому понятно. Ой-ой-ой, а это что? Дом на колесах? Потому что там... Это вон ваген, это вон мобиль. А, ничего себе! Это сидячка, а тут вообще... Это красивая страна. Ну, ты тогда только училась, да? Это... Вот. А это кто? Это папа. А что, у папы такие длинные волосы? Нет, это я, по-моему. А, это ты, по-моему, да. Это очень такая... Твердая бумага. Это значит, делай дальше так. А, вам тут штампики ставили. Делай дальше. Хорошо, молодец. Махвайтазу. Ой, а это кто такая с розовыми щечками?
Это ты рисовала? Это я так могла рисовать. Не, мне кажется, это не ты рисовала. Я вот тоже удивляюсь. Но тут не подписан чей-то лист. Но вряд ли твой. Вау, это очень красиво. Это мне очень нравится. Можешь еще такое рисовать. Это прям огромный дом такой, да? Это наш. А, это наш. Я ну, конечно. Это гараж, я хотела сделать. А, гараж, ну да, две двери открываются. У нас ну, это тоже есть. Так и есть, да. И кружок у нас есть на крыше такой. Все у нас есть. У нас есть. Квадратный. Квадратный, да, не кружочек, а квадратный. А тут это... Окей, это рамблеры или штабиры? Ага. И я нарисовала вот такое. Нарисовала, вот. Нарисовала. Это когда выходили с лампадками, да, в лес? Да. Угу, я помню. Это ты точно помнишь? Конечно помню. Давай это дальше. Это там этот золотый штабиры, это всё. А, так тоже. Не знаю. Это... Selbst... А, selbst... Portrait... Alu... Selbstporträt Alu. Это ты, Даша, рисовала? Не похоже на то, как ты рисуешь? Да. Я тоже так скажу. Так это пчёлка... Новый тут... год, да. Ну, а я... тут что должно тут, быть? Тут сколько я заданий справила. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, семь, двенадцать, тринадцать. Это сколько заданий на Новый год, да, ты сделала? Да, тринадцать. Ну, не так много. А я, когда я была маленькая, я считала 14. Было на один больше? Надо в следующий раз быть поусерднее. Вот, усерднее? Усерднее, да, лучше это работать. Это эти гирлянды. Гирлянды, да, ясно. А это кто? Это этот... Дед Мороз, Санни Клаус, Даша. Клаус, да. Ага. Я смотрю, если подписана Даша, потому что мы нашли уже пару листов, где были другие имена. Да. Не знаю, как их там сортировали. Я это там рисовала. Ага, красила, раскрашивала. Да, раз, два, три, тут уже раз. Аккуратно раскрашен. Давай посмотрим, это я ты? Там... Тут ничего да. не написано. Я себе надо. Угу. А тут надо заглядеться. Ага. Тут написано 10 разноцветных цветов, да, да. И тут и ты потом да. блестящим, да, да это была. Такая. Ясно. Спасибо. Так, потом у них была тема инуит. И вот как они живут, это, да, в... Это в иглу. Да, вигвам. Это иглу. Тоже иглу. Да. Иглу. Это очень легко. Да. И вы учили все про тут них, надо, да? Да. Собрать картинку. Да, собрать картинку. Ой, а это кто? Это ты? Да, ты. В розовом костюмчике. Даша, тут подписано. Ну да, это похоже, что ты рисовала. А, да, вот тут. Вот. А это кто, Дашуль? Это эти Шнейхазен. А, зимние зайцы? Да. Угу. Это все. О, вот. Это надо было обвести животных, которые живут на... Северном да. полюсе. Так, потом была весна, и у них была тема курица. Они, у них, ой, какие у приколы! Нас, сейчас, подожди. Тут бель. Глаза шевелятся. У нас были по-настоящему цыплята. Да, у них жило три Вау! Цыпленка. Когда в садике. Я была там болели, и когда они родились, ага. я там... Моя подружка Вивиан, ага. и она сказала, что цыплята родились. Да, вылупились, да, не родились, вылупились. И тут что это за фотографии? Это надо, что на чае? А, как вылупляется цыпленок? Вот так, ага, вот ага. так, вот вылупился, ура! Ура! Прекрасно! Угу. А это что-то? Это про ин... Ози Гугл де Ишлют. Ози Гугл де Ишлют. Früher morgen ruft кикерики, 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 кики. Это песенка да. такая. Это... А ну спой ее. Я не знаю, как она выглядит. Ну я не могу тебе хорошо прочитать на диалекте, Дашка. Могу только на... Да. Ой, это папа, цыплята. Это я, это ты. Ой, это я, у меня самый длинный нос. Ничего себе, но из-за той самой длинной Нет, ноги. Нет, это ты, это я. А, у тебя самые длинные ноги и нос, ясно. А, я бы и снимала.
Вот это надо сердечко красное, желтое. Кружочек. Кружочек желтый. Да, оранжевый. Треугольник оранжевый. И квадратик. Квадратик. Зеленый. Зеленый, да. Молодец. Что тут еще есть? Тут надо нарисовать, как нарисовать. Хочешь. А, да. Узоры сделать, да, какой хочешь. Узор. Даша научилась подписывать на двух языках, да? Ой, молодец. Угу. Дальше? Поехали. Поехали. Что? Портфолио für den Kindergarten. Портфолио для садика. А что это портфолио? Портфолио – это твои все, все, что ты делала. А, тут что-то было наклеено, я вижу, клей, но нет, не вижу. Нет, это просто клей. А, это так надо было. Да. Угу. Это? Что? А, это разные работы, которые ты делала. Клей, да. Видеоскошнитенен, тут... формен, фюдипасенден, флехен. Надо было вырезанные да. формы наклеить. Это все да. наклеено все тут. Все правильно. Все правильно, да. И тут... Im Farbenland. В мире цветов, да. Надо было закрасить правильным цветом. Даша, ты видела серые бананы? Или серые деревья? Или зеленые морковки? И я маленькая была. Нет, ты не совсем маленькая была. Да. Ну ладно. Окей, интересный Мама. Подход. Угу, идем дальше. Ну это долго служит. Ага. Это тут надо сказать, я тут... Вот так все пальмы надо. А, вот эти буквы, которые есть тут, надо закрасить да. тут. И ага. тут написано зоне. Молодец. Солнышко. Ага. Это там Волкей. Волкей. Мы учим сейчас куда? Я услышал. Deutsch. Да, немецкие буквы. Немецкие буквы, и это очень классно читать. Да. Тут надо делать, что все оранжевое может быть. Ага, да, я вижу, что... Олень нет, шишка нет. Закрась все, что может быть оранжевым. Да. Угу. Вот рыбка. А вот это что мне интересно? Рыбка маленькая. А, маленькая рыбка. Ага, я... Нет, маленькая лягушка! А, это... Квальквапы, как эти называются? Да. Не моллюски, тут, а... Да, липок, а там этот... Сахарная вата? Да, сахарная. Угу. И тут надо сказать, что может... Быть желтым. Угу. Вот хан, да, цветочек, солнышко, пчёлка... Луна. Луна, цыплёнок, звёздочка, лимон... яичко, ну, внутри желток, всё. Угу. Банан, и люстик. А, это ваша жилетка, да, светоотражающая. Да, но у меня ага. сейчас такая квадратная. Ну да, у тебя треугольничек. И тут надо сейчас, ну, вот такое вот что-то. Да, что-то другое задание, да, там еще много. Тут формы, и тут край. Формы, ага, круг. Круг. Треугольник. Угу. Ну тут, короче, как можно сделать. Ага, вот что из них может быть, да? Например, из картинка. Квадрата можно сделать это... рамку. Это конфетка. А, это конфетка у тебя. Ага, бомбон. Ясно. Бомбон. Молодец. Так. Что еще? Тут люфтбаллон и вентурак. Воздушный шарик и мельница. А тут да, я... Я, ду, ты, местоимение. Я, да. ты, он, она. Угу. Эта картинка мне нравится. Это кто? Инопланетяне? Да. Да, прикольно. И еще целая куча. Мне уже... Как можно цвета сделать? А, это ты смешивала цвета. Это желтый и красный, получается оранжевый. Розовый. Белый... И красный, угу. розовый. Да, прикольно. Ты такое дома тоже делаешь, так? Да. Мешаешь? Дома. Ура, мы закончили. Ю-ху! Ой, мы посмотрели эти картинки, я аж устала на улице, такая жара. Да. Надо, да. Мы зашли в дом. Завтра все дети, те, которые идут в школу, могут показать свои рюкзаки, с которыми они будут ходить в школу, так что у Даши уже есть рюкзак. Она ждет, не дождется этого дня. Мой!
Вот так, с кошечкой! Ура! Кошечка, Мошечка, обнимошечка. Я вам все покажу. Ага. У меня же тут кошечка. Да, подвеска кошечка. Такая, да, подвеска. Да, брелочек. Да. Все, давай, показывай, там что у тебя там. А что еще тебе воспитательница сказала? Что она вам сказала? Куда завтра еду можно поставить? Вот сюда! Так что пойдешь уже завтра как большая, да? Тут можно очки, воду, ага. Очки, воду, куда хочешь. Да, если это ж важно, да? Даша, тут показывай, надо что там внутри. Вот сюда надо нажимать сильно и ага. Потом вверх. Ага. Так, показывай нам, что у тебя внутри. Это я просто дома поставила. А ты что, это все завтра с собой возьмешь? Ну да, это все можно. Ага, ясно. Хорошо. Это я не поставила. Да, этот пенал это уже был наполненный. Да. Ага. Уже. Надо это сюда еще что-то поставить. Да, ручку можно. Ручку, ух, ну можно. Ну да. Так, да, что еще там есть? И такой рюкзак для спорта. Да, для спорта. С кошечкой. Ага. С кошечкой, да. И я еще хочу внутри показать. Да, покажи еще внутри. Что там есть и внутри? И тут отдельно книжки. Если ага. У меня вот такой будет, куда мне все поставить вот это вот? Куда? Туда. Ты думаешь, у тебя будет 20 книжек? Все поместится, не переживай. Да. А если не поместится, будешь отдельно нести. Ну все, рюкзак на завтра готов, да? Так тебе еду сюда ставить, в это отделение, да? Ну да, наверное, сюда поместится. Тут как бы много места, широкое такое. Поместится твоя эта вот штучка с едой. Да, это какие-то новые рюкзаки. Весят они меньше 1 килограмма. Он кажется огромным. Я покажу. Да. Вот сюда можно вот так. Воду поставить, да. Денис не случайно сегодня взяла. А, сегодня уже пришел, да, один мальчик. Угу. Покажи. Ой, ну все, школьница. И вот так тоже надо защипнуть, да? Готова. Готова. Ты уроки делала? Еще никакая школа. Но скоро уже, через пару недель. Через 7 недель начнется школа, представляешь? Через 7 недель. Да. Настоящая школа? Настоящая школа. Да, если устанешь, можешь вот так поспать, отдохнуть. Идти в школу. И спать еще. Друзья, в общем, мы готовимся к школе. Дашка очень радуется. Я просто в недоумении уже несколько недель, как быстро так все это происходит. Я только помню, как я ходила беременная, как она вот родилась маленькая, помню, и тут бах, она уже идет в школу. И это при том, что мы с ней постоянно вместе. У нас не было ни нянечек, ни садиков, да, вот этих детских садов до 4 лет. У нас была только игровая группа на 2,5 часа в день, 1 раз в неделю. Год она проходила, наверное, около года. И я просто не могу поверить, как быстро проходит время. Это я уже так спокойно сейчас об этом говорю, как быстро проходит время. Пару недель это выглядело так, как слезы, быстро проходит время, и там все потом просто. Да, просто, ну, не верится, что так быстро все проходит. И по Даше я замечаю, как проходит время в моем шкафу. Я навожу порядок в шкафу и думаю... О, это платье я купила себе в прошлом году, да, я помню. О, это платье, ну, оно не старое, ему 2, максимум 3, а потом вспоминаю, что я его еще носила до беременности или что-то такое, и тут Даша уже скоро 7, как бы, короче. Да, такое осознание, когда наступает, не очень весело. Я вообще села сюда сказать кое-что про вязание. Я начала вязать снова. Ну, как начала вязать, я увидела кое-что, мне понравилось, я захотела повторить, и я, в общем, связала вот такие вот baby comfort, они называются, это такая вот плоская внутренняя часть, и только там уголочки,
ручки, ножки, там какие-то детальки выпуклые, и детям такие вещи очень нравятся, потому что есть за что ухватиться, подержаться в любом состоянии, пожевать и так далее, да. Вот такие вот штучки. У нас они, конечно, уже очень давно были, но как бы сшитые, да, там сшитый этот материал всегда плюшевый, какой-то нежный, мягкий, и там вместо ручек, например, узелочки могут быть завязаны, снова же, чтобы легче держаться, да. У меня получилось два вот таких вот котика, на одном я тренировалась, потом очень долго ждала глазки, потом связала и сделала мастер-класс. Глазки тут такие вот с блестящими вставочками, да, ирис у них блестящий. Очень долго вышивала мордочки им, но в итоге мне очень понравилось, что получилось. И одного я точно подарю в ближайшем будущем. У нас в семье намечается пополнение. Я не знаю, какого взять, честно говоря, подарить. Оранжевое — это как бы и девочка, и девочке, и мальчику можно подарить, и голубой — это однозначно мальчику, и вот вы знаете, я рискую, и я беру и подарю голубой, потому что точно нам еще не говорят пол ребенка. Возможно, я ошибаюсь, но я наверняка знать, конечно же, не могу, но я беру с собой голубенького в подарок. Дальше. Связала Дашке вот такую вот кофту. Кстати, с чего это все началось? Я даже не помню. Точно, я хотела связать вот эти вот штучки, да, это с них все началось. И у меня не было коричневого цвета для головы. И я начала искать коричневый цвет, коричневый оттенок. И я нашла его у Ализе. Не помню какой, в общем-то. Но в видео, в мастер-классе я говорю конкретно, что это там такое используется. Точно. И на сайте я увидела у них пряжу, очень недорогая, называется Нако. Это называется Baby 100. Это чистый акрил. Тут в 100 граммах 360 метров и крючок 3,5 я выбрала. Это, ну, как достаточно, ну, как бы тонкая пряжа считается, да. Игрушки есть такой прям тонкой, раньше не вязала. Но вот сейчас я вязала вот эти вот Baby комфортеры, и тут классно, когда пряжа тонкая, чтобы оно все вот такое вот податливое было. Знаете, как классно с ним вот так вот играть? Смотрите, ку-ку. Да. Анечка, 34 годика, очень любит играть с кошечками. В общем, да. Я из-за вот этих игрушек искала какую-то тоненькую, ну, такую пряжу потоньше, да, потому что фрукты, овощи, они вяжутся из более толстой. Я их вязала из более толстой пряжи. Я подумала, что если взять вот эту пряжу, она, конечно, тонкая, но если взять крючок 3,5, то полотно будет помягче, да, и я связала дальше вот такую вот кофточку. Это прямо на сейчас, на осень. Планировалась на осень, но она носила ее уже сейчас и носит ее до сих пор. И это акрил, он не вытянулся на руках. Окей, так долго она ее тоже не носит. Это может быть недели полторы она в ней ходит, и тут идти у нас до садика два шага, да, особо как бы не поносишь. А днем уже жарко, так что не носишь это ничего. Да, что я тут ошибку увидела. Ой, представляете, пропустила одну петельку. Ну ничего себе, сейчас заметила. В общем, тут идея такая. Кофточки я очень редко вязала. Не знаю, может быть, две всего лишь связала. И тоже Даша. Одну розовенькую точно очень хорошо помню. И тут такие вот пупырки, пупырышки. Это ряды с столбиками без накида. И в этих в рядах столбиками без накида вяжутся вот эти пупырышки. И тогда они не проваливаются вовнутрь. Так. Кофта только один раз стиранная, как бы особо... ничего по ней сказать не могу, а ее выносливости, износоустойчивости, да. Но пока что Даша ее носит с удовольствием. Она мягкая, она не колется, это же акрил, так. И я уверена, она не будет вытягиваться на рукавах, как обычные, более качественные материалы, скажем так, да. Сзади идут эти пупырышки только по кокетке. Плечей, да, на спинке я ничего не делала. Я 5 раз начинала вязать, у меня не получалось. Я тут сделала росток, 2 ряда, и потом начала вязать вот тут спереди просто ровно, и подумала, что... Я провязала там кусок, и подумала, что когда она будет застегиваться, тут все это будет упираться в горло. Снова распускаю, и я закруглила горло. И это очень классно я сделала, потому что вот Даша его надевает. Примеришь кофточку?
И она вот, ну, она прямо идет по горлу. То есть, если бы я там два ряда еще добавила, это бы прямо врезалось, было бы нехорошо. Нашли пуговицы из моего арсенала, всякие разные. Главное по размеру. Да. Вот это мне нравится, потому что она блестящая. Да, она с блесточками, это твоя любимая, так? В общем, да, получилась у нас такая кофточка, очень классная. Пряжи, когда вот я заказывала, да, для этих мордочек, я заказала много разной. И я нашла картинку в Инстаграме, там была кофточка связана, у нее каждый ряд разным... Нет, не каждый ряд, получается, каждый второй ряд связан новым цветом, а между ними идет такой молочный, ну, что-то светленькое такое, белый, молочный. Я почему-то себе решила, что там каждый ряд был связан разным цветом, когда заказывала пряжу. Я заказала себе 9 цветов разной-разной пряжи, и вот тут у нас было использовано 4 разных, так? О, Дашулька, ты можешь уже ее примерять и покажешься. И потом у меня еще лежат эти моточки и занимают место. Я, короче, навела порядок, вся пряжа, которая мне не нужна была, или там было по чуть-чуть, или она мне в толщину не входит, или ее просто мало, я ее всю продала. Да, да, в общем, неважно. У меня есть вот такая пряжа разных цветов. Я начала вязать новую кофточку. Она будет пошире, посвободнее, и на нее уходит больше пряжи. И вот это весит 300 грамм. Иди сюда, Дасюньки. Садись вот тут рядышком. Или вот так, стой. Да, давай. Ой, давай покажем поворотик. Нравится кофточка? Да. Мне так понравилось. Мне так понравилось сочетание цветов желтый и фиолетовый. Вообще, я даже никогда, честно говоря, не догадывалась, как оно интересно сочетается. А вот так вот в нитке очень интересно получается. Да. Dance. В общем, смысл. У меня, в общем, что я хотела сказать, у меня лежит пряжа вот эта, я думаю, чтобы она долго не лежала, и я ее потом снова не продавала, да, через много лет. У меня там пряжа, чтобы вы понимали, лежала еще от когда я начинала вязать, это я была беременная, это сколько, 8 лет назад, можно сказать, я ее покупала, и вот она лежала, там какие-то моточки нужны, не нужны, в общем, это вот это все продалось. Я вязала. Вязала. Да, и вот снова, чтобы этой новокупленной пряжи, чтобы с ней не случилась та же самая судьба, я решила сразу же начать вязать. Скорее всего, нам на эту кофточку 3 цветов не хватит, либо придется дозаказывать, чтобы мне не хотелось, либо придется использовать еще один цвет. У нас есть такой еще оливковый классный, может о, да, быть, его кстати, сюда можно. Я хотела, конечно, да, вот этот. Потом вот это сюда, потом розовый, а потом... Ну, розовый тут сверху, он красивее смотрится, Дашулька, мне так кажется. Ну, в общем, да, ребята, вяжу вот такую кофточку. Хочешь примерить эту, покажем, на каком уровне сейчас? Узор нашла, ну, как нашла, увидела в Инстаграме, просто там было связано детское такое, как пальтишко. Попыталась, попробовала, связала, провязала узорчик сама. Стой, Дашулька, сейчас я камеру подниму. Получается очень классно, видите, она пошире идет на спинке, тут и складочки такие, ну, запасик, да, дети же быстро растут, как ну выясняется. Да. Стой, покажи перец, смотрите, как она выглядит. Тебе жарко? Сейчас. Да. Тут я тоже делала закругление по шейке, стой, Дашулька, держи головку ровно, где там твоя косичка. И вот получается, что оно не прямо упирается в шею, и это классно, так, подожди рукав. Да! Рукав тоже идет такой широкий. Нет, другой покажи. Рукав идет широкий. Тут я довязала, как бы. Вот мне еще столько надо довязать до конца. А да, что, вот так вот? Ну да, но еще манжетик должен быть, как на твоей другой кофточке, чтобы держалась. Сегодня буду продолжать вязать. Да, отвязала рукав. Примерно уже знаю расход пряжи. Да, отвязала одну сторону этим цветом, перехожу на вторую сторону. Тут просто пряжа закончилась. Узелочек был в моточке, я оставила. Вот. Сегодня закончу этот рукав, перейдем на тело. Будем вязать дальше. Я даю еще что-то да. В моей комнате показать. Ага. Маме, и вначале надо позвонить, или если я не слышу, надо тук-тук. Надо тук-тук. Да, мы долго не записывали влоги, потому что, честно говоря, сейчас, Дасюнчик, иду. У нас
ничего особо не происходит. У нас весной, когда мы приехали из Молдавии, все время шли дожди, 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 дожди. Это вот сейчас только последние 3 недели, что солнце у нас. Мы ходили пару раз в бассейн. В этом году мы бассейн не ставим, потому что ночью холодно, и получается, что он же у нас пластиковый, да, и эта вода будет остывать. Ну, все равно она будет остывать за ночь, и потом днем лезть в эту прохладную воду не хочется. Мы ходили с Дашкой в бассейн, там, конечно, тоже заходишь очень холодно, но согреваешься, потом как бы нормально. Это такая лягушка, которая... Я с ней пошла в бассейн, взяла книжку, думаю, ну, покупаемся немножко, потом будем лежать там, есть, я буду читать свою книжку. Но это не книжка, это французский, я его снова учу. И теперь без перерыва каждый день по часу-полтора, чтобы сдвинуться с места. Мне нравится, у меня получается. В общем, да. Короче, мы пошли в бассейн, и я, может быть, минут 10 из 3 часов сидела. Это был момент, когда мы ели, а потом все время идем туда, идем сюда, идем в воду, идем на горочку, и везде, везде, везде мы вместе. И, в общем, да, походы в бассейн — это прохладное занятие такое, но раз Дашка хочет, пойдем, сходим пару раз. Да, сейчас идем в комнату, посмотрим, что она хотела сказать, что у нее там происходит. Здравствуйте. А ты снова? Мы снова с Дашей играем в Playmobil. Да, мы играем в больницу. Я придумываю случаи. Даша лечит пациента. В общем, да. Я вот тут сижу, вяжу Даше кофточку, или что я там вяжу. Да, она вот лечит пациентов. У нас кофточка вяжется, пациенты лечатся, и все прекрасно. Ребята, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы вам желаем хорошего лета, теплого лета. Отдохнуть за лето, так? Мы тоже скоро поедем в Молдавию. Отдыхать не знаю, работать сначала точно. Сначала в школу, а потом... Сначала, нет, в садик ты доходишь эту недельку, так? У нас каникулы с 1 июля начинаются. Сначала, потом в школу, а потом... Нет, сначала в Молдавию, а потом школа. Нет! А что? А как? Сначала чуть-чуть школа, а потом только... Так сильно хочется в школу, прям можешь не дождаться, так? Ой-ой-ой. Спасибо вам за внимание. Пока-пока. Пока-пока.